С 1999-го неизвестный насиловал и убивал девушек, выбирая молодых стройных брюнеток, одетых в брюки или джинсы. Действовал Михаил по той же схеме, поздним вечером подходил к девушке на улице, заводил с ней разговор, предлагал проводить. Как только по дороге подворачивалась возможность, маньяк настигал спутницу, насиловал ее, а потом душил. Задержали Юдина не за серийные убийства или изнасилования, а за другое преступление. Михаила даже отпустили под подписку о невыезде, однако вскоре пришли данные генетической экспертизы, которые показали, уличный грабитель – это тот самый бердский маньяк, который держит в страхе весь город. Во время обыска квартиры Юдина нашли новые улики. Михаил хранил у себя самые разные трофеи – трусики, сумочки, колготки, документы и даже флейту студентки музыкального училища. После этого Михаил признался в 5 убийствах и 23 случаях насилия.